хватило всего 2 баллов, чтобы стать чемпионами. Но сейчас об этом уже вряд ли кто-то вспоминает. Соревнования остались в прошлом, а в настоящем они просто наслаждаются этим моментом, когда стоят на сцене вместе, и мы наслаждаемся, конечно, вместе с ними. Николай Расторгуев, Екатерина Гусева и я. А, просто без меня. Интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри, ночь на горящие окна, окна, окна. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго. Хочется долго с тобой целовать тебя долго, долго, долго. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго, 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 долго. Хочется долго с тобой говорить и целовать. Когда я смотрю на тебя, чувствую, кто-то на небе. Нашу судьбу словно свитер связал, 2 нитки, чтоб было теплее. Вот собираются ниточки в ряд, словно на улице окна, окна, окна. Хочется долго с тобой мне молчать и целовать тебя. Так долго. Раз, и пролетели несколько месяцев, а? Раз, еще только вчера, казалось, мы начинаем, а теперь уже все закончилось. И уже гала-концерт, уже постскрипту, и уже не добавить, не прибавить, все сказано. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно, что мы эти несколько месяцев провели с вами. Мы так сдружились. Это последний раз в этом сезоне, когда мы появляемся здесь втроем. И сам Сергей Сергеевич что-то, значит, со слезами на глазах нам аккомпанирует. А где Игорь Матвиенко, да, вот с этим скрипом? Да? Игорь, да? Игорь. С понижением вас. Спасибо, Игорь, большое. Спасибо за песню. Постскриптум. Вы ощущаете, что проект окончен? Остались ли какие-то нереализованные мечты, Катюш? Я представляю, как мы смогли бы спеть, скажем, военные песни. Тем более вот в канун 9 мая, скоро грядет День Победы, можно было что-то спеть. А если честно, я получила все, что хотела. Я пою с любимым артистом, те песни, которые я люблю. Я участвую в подобном проекте в первый раз в жизни. Вот. И я думаю, что это было правильное решение. Я хотел, чтобы это было красиво, чтобы это было спето на хорошем уровне, вот, чего мы, в принципе, с Катей добились. Вот я думаю, что все было хорошо. Спасибо вам. Я думаю, что мы не прощаемся с вами. Еще много раз будем встречаться, видеться и петь. Спасибо.